Та-т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 а
какая-то бич. Press fire. Fire the fire. Ой, туда. Westgio, Westgio. Как это переводится, я не знаю, но что-то связано это с рыцарями и замком, как я понял. О, мы сразу же лицезреем короля. Дон Педро Квестор ля-ля брат Чихандро. Head for Colombo and Big Angendo Chisando. Yes, my king, да, мой король. Все, что я понял из этого разговора, да, мой король. Окей, мы видим, что здесь, кстати, много локаций оказывается. Глава первая. Шрифт вообще ужасный. Двойку ставлю. Так, мы играем за этого мужика. Как я понял, здесь управление, да? Я, кстати, скачал программу хорошую, здесь 500 игр. 500. Как я понял, здесь управление везде должно быть одинаковое. Оно как-то необычное. То есть мы стрелочками управляем и двумя кнопками. X, Y. А, ну вот, да, такое же управление. То есть мы уже играли в Criminal, помните? Criminal Life. Великолепная игра. Очень многому меня научила, но мы играем в новую игру. Мы видим, что вверху слева у нас жизни, три штуки. Потом какой-то P1, а, это очки. О, смотрите, ползающие. А, кстати, знаете, кого мне напоминают? Помните игра Untarned, да? Untarned, которая смесь Майнкрафта и DayZ. Там тоже ползающие. Больше я нигде их не помню. В чем суть игры, я так и не знаю, конечно же. То есть мы просто бежим, собираем деньги, как я понял. И мы бросаем ножички. Кстати, я сначала думал, что мы будем бить в руке, а мы кидаем ножички. Окей, сундуки. Да, надо будет собрать все сундуки. Как их собирать-то? Ну-ка, что ты, открывай. Так. Окей, секретики, да? И что это? А, мы можем еще и вверх стрелять. Что я подобрал? What the fuck? Я хочу туда спуститься. Это будет рискованный поступок. Ну давайте. Как я понял, у нас бесконечное оружие. О! Сразу сундук. Какие-то пингвины ходят или что это? Я уже нет, это не пингвины, это типа ящерицы какие-то. What the fuck? Не надо, не убивай меня, пожалуйста. Тварь, значит, я надо убивать, смотрите. Самонаводящееся говно, нечестно, сдохни, чмо. Блин, одна хп осталась. Тварь, ненавижу тебя. Вонючий сраный баг. Ой, нет, нет, осторожно, нельзя подыхать, нет. Я играю на спидране, мы не должны ни разу проиграть за эту игру. Ладно, let's go. Нашел какой-то я иду, смотрите. Я похилюсь, нет? О, похилился на одно сердечко. Так, что же дальше? Это главарь, что ли? Кстати, здесь главари-то есть? О, человек валяется. Зомби нападает на меня. Пошли отсюда, мудаки. Так, а чё он лежит? Это типа бесконечно, что ли? А я за это очки получаю? Да, получаю. О, братюня! Ну нифига заява! Ах ты чмо, а ну ты чмо! А у меня же хп-то нету. Сдохни, тварь. Во! Новый юнит, не, нифига себе заява. Вали от меня, тварь. Какие-то птицы летают. Что здесь вообще происходит? Тварь, давай, открывайся. Крыса, крыса! Во, нормально. Так я вот думал, как он щит ставит? А мы, наверное, не можем ставить щит, да? Здесь просто, как обычно, нету ни управления, ничего. Мне кажется, что мы должны ставить щит, если у нас есть щит! What the fuck? Блин, одна хп осталась. Ну что-то все сложно. Очень сложная игра, очень сложная. Я не могу пройти вообще ничего. Птицы сраные. ХП. О, броня, стоп. А как использовать броню? Как использовать? Скажите мне. Я короче, думал, я не смог использовать щит никак. То есть я не придумал варианта, я перепробовал все управление. А в чем логика? А зачем он появился? Я не понимаю. Ну-ка. Подождите. Не знаю, ладно, короче, пошли. У меня одна хп осталась. Так, а я могу вернуться обратно? Нет, не могу.
типа, если голова упадет, то мне будет больно. Опа, опа, Вася! Ну, давай, давай. Опа, поймал, нет. А, блин. Надо к управлению реально привыкнуть. Подождите, стоп, стоп. Опа. О. И все, какие-то 200 говна дали, я не знаю, что такое мне дали. Хотя вот опять какой-то гол. Гол? Ну, гол-то гол. Ахаха! Мы чё? Какой в жопу босс. А, это и был щит, все, я понял, что такое щит. Да, щит, он просто, короче, спас меня от одного удара, то есть засейвил. Нет, это легкий босс. Изи-бризи. А почему я сдох? What the fuck? Хотя пофиг, все равно у меня будет full HP. Я почему-то сдох, я не знаю, я погиб. Вау! Назад. Все, все, порешали. Оп-оп-оп. Почему я умер-то тогда? Так, нас. Что такое? Какая-то летающая женщина. What the fuck? Почему вы меня убили-то? Опа! Ну ты дерзкий, дерзкий полцик. Оп! О, я могу и вверх стрелять, по идее, подождите. Так, где я? А, во. Да, могу. Так, осторожно, осторожно. Видите, у нас вверху показано, что осталась одна смерть. Пам-пара-пара-тара-тара. О, цветок. То есть он тоже почему-то лежит в инвентаре. А для чего он нужен, я не знаю. Это что такое? Какое-то время? А, там, наверное, время истекло. Точно. Там была надпись, это, тайм, это... Тайм-овер, да, по-моему? Все, все, я понял. Это игра еще на время. Ненавижу на время. Кстати, она тоже стреляет, молодец. Это корона, жизнь. Оружие. Скажи секунды, все опаснее, опаснее. Ну-ка, подождите, а я могу туда стрельнуть? Да, могу. Пощадите! Кстати, забавно то, да, что каждый раз из сундуков выпадает рандом. То есть, постоянно разные вещи выпадают. Нет, так нельзя, тут только надо прыгать. Блин, а. Так, стоп, стоп. Как садиться? Вот, вот, только еще раз. Let's go, let's go! Я опять не увидел это говно. Ну что ж такое? Так, ну вроде я дошел до нормального места. Так, самое главное, теперь не сдохнуть. Так, ну-ка, стоп. Оп-оп-оп-оп. Так, осторожно. Опа, кинул, я побил. Побил. Так. Попытка не пытка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Еще разок, давай. Мразь. Да тварь, а. Так и знал. Во, отлично, отрегенерились. Оп, оп. О, ну чё? Это ж... Во, отлично, прошли. А, сейчас босс будет. Да ладно. А, тот самый червяк. Ему может только в голову стрелять. Я понял. Да, только в голову, да, тебе может стрелять? А, так они еще когда лежат, тоже нельзя затрагиваться. Нечестно. Видите, когда они лежат, да, это тоже отравленное. Ну ладно, что не придумал. А, подмога, подмога, тварь, да? Ну почему? Нет, пощадите, пощадите. Да как же я тебя убью? Не,
Ну это очень сложно, реально. Кстати, большой плюс в том, даже когда нас убивает, мы можем взять и зареспавниться прямо здесь. Но босс очень сложный. Я вот максимум отнимаю у него 4, да, хп, это не сложно. Но когда ползут эти сраные тараканы, это вот вообще геморрой. Они бесконечно, кстати, ползут, бесконечно. Хотя можно вот так вот делать. А, ну вот видите, да? Ну вот и все. Ну что? Фух, с горе пополам, но я одолел его! Все, let's go. For good and castle. Это было геморройно, сразу говорю, очень геморройно. Мне интересно, здесь можно деньги тратить? Или здесь вообще ничего не тратить? Так, глава вторая, Road of the Harpers. Кстати, заставка, как у Skyrim было, так же мы едем. О! Что, простите? А я могу упасть, да? Ладно. У-ху-ху! Прикольно. Кстати, тисы похожи на Калкина, заметьте, так как такого Калкина приделали. А чё сложного-то? Вот сложный, да? Понятно. Давайте, братаны, давайте. У-ху! О, защищай. Нормалёк. Осторожно, бомба летит. Самое главное не попадать под неё, это логично. Да это уже слишком. Так, сундучок, давай. Все, хпшки подобрали, let's go. Теперь он трясется, прыгает. Галкин, она нападает, Галкин. Я проиграл? А, это босс. Символ России. Ой, блин. Так, что, подождите. А это уже сложно. Так, подождите. Надо приседать, получается. А когда стрелять-то? Тихо. Ха-ха! Нет, за что? Что ж, дубль 2? А, нет, не дубль 2. Сейчас скоро будет уже босс. Сейчас мы отобьем атаку. Галкинов и будет босс. Ну что ж, let's go! Осторожно. Нужно нам пригнуться с лиганца. И присаживаемся. О, да нечестно так. Ну тварь, а. Когда его бить-то? И обратно, да? А когда бить тебя, дебила, кусок? Ну-ка еще раз, давай. Раз. Окей, побили, все, аккуратно. Самое главное не торопиться. Оп. Она еще ударяется об этого дебила. О, нормалек пробил. Давай, опа. И обратно, да? Тихо, 2 хп осталось. Давай, живи. Живи. Нормально, все. Ну, на этой хорошей ноте я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.